мой первичный запрос был рассмотрен только касаемо видеотрейлера двухминутного к кинофильму «Матильда», и никаких проверочных мероприятий относительно полностью всей киноленты не проведены. Сейчас Наталья Поклонская просит досконально изучить весь сценарий, привлечь к этому профессиональных историков и представителей церкви, выяснить, насколько вообще были законно расходованы бюджетные средства, которые выделил фонд кино на создание ленты. В общественный совет при Минкультуры поступило 20 тысяч подписей по требованиям запретить фильм «Учителя». Подписавшиеся считают недопустимо порочить честь и достоинство русского царя сюжетами о его личной жизни. Главные герои кинофильма являются святыми, официально канонизированы православной церковью. При этом главную роль святого государя Николая II играет немецкий актер, который ранее снимался в порнографических фильмах. Депутат Наталья Поклонская заявила, что если создатели «Матильды» самостоятельно не устранят нарушение права на неприкосновенность частной жизни российского императора, то с иском она будет обращаться уже в суд.